Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и я собирался это видео выпустить на день позже, но, к сожалению, получается только сейчас. Вообще записываю его на стриме, потому что на стриме зрители говорят, записывай, ёпта, сейчас. Хотя, по факту, видео нихера не интересно, но ты можешь поставить свой лайк или дизлайк, там, подписаться, заварить пельмешек, налить чайку и сделать вообще все, что любишь. Только главное, там, анонировать не надо. Чё я, блядь, несу? Короче, сегодня у нас подготовка к прокачке Динамо, друзья. У нас подготовка к прокачке Динамо. Возможно, сегодня еще будет роллинг, потому что я хочу... Ох ты, смотри, сколько самов. Ох ты, 9000 самов. Короче, у нас уже 35. Ну, короче, десяточку самов. Я хочу эпиков выбить, ребят. Я хочу эпиков выбить. Но перед этим у нас скучное открытие всякого говна с моего склада, друзья. Вот сейчас берем, будем, короче, брать вот это вот все открывать. Ну, книжечки-то эти, ладно. Хотя, знаешь, по мелочам для прокачки прорыва подойдут. Вот! Вы в комментариях можете рассказать вообще, что как там у вас по ресурсам. Ну, более-менее, наконец, знаешь, обычно на чужих аккаунтах сижу, эти ништяки открываю, такой, типа, сука, слюни текут, за. Видно, думаю, бля, пипец, короче, почему не у меня? Но вот сегодня, друзья, и у меня открытие этого говна, так что вы меня с этим можете поздравить, опять же, где? Опять же, в комментариях. Чем больше комментариев, тем больше шансов, что это видео вообще, сука, кто-то увидит, блядь. Ведь в битве замков осталось так мало людей, да, с каждым днем все меньше и меньше. Это вы не думаете, что я топлю за битву замков? Нет, ребятушки, уже давно не топлю, просто я топлю за свой канал, ребята, я топлю. Топлю за свой канал, понимаешь? Чем меньше людей в битве замков, тем меньше просмотров на моих видосах и, соответственно, меньше онлайна на стримах. Представьте, насколько стало меньше игроков в БЗ, если когда-то бывали времена, когда на стриме по БЗ у нас было по 1500-2000, а то и больше людей. Ну а сейчас сами видите, наблюдаете ситуацию, что и как у нас происходит. Так, ну тут... Вот тут на самом деле говно. Вот в сундуке говно. Вот мне даже кто-то там донатит. Спасибо, Сани Фани Вульфо. Что мы тут? Летим. Ну, по сути, отсюда мне только книжки нужны. Ну, красные камушки, я думаю, что их у меня полно. С ними проблем нет. Мне бы там других камней получить. Дальше, здесь у нас что? Тут у нас хурма полная. Хурма просто по самые гланды, короче. Да. Так, тут уже поинтереснее. Тут, наконец-то, я уже получаю камни прорыва. Я получаю золотые книжки, которые мне пригодятся для прокачки прорыва. Это, скажем так, друзья, неплохо. Остается у нас 50-40 штук. Что-то мы наварим. Потом посмотрим в конечном итоге, сколько у меня вообще всего этих камней. Так, есть. И сколько книжек? Тут 8 уровень эмблемы. Ну, на них уже давно похеру. Так, тут у нас... Тут у нас, в принципе, ну, тоже, если только камни прорыва, потому что этих скинов на здании уже жопа и маленькая тележка, в принципе, все нормально, как бы, в принципе, почти, если не считать камней прорыва, почти беспонтовая херобора. Так, это тоже у нас беспонтовая херобора, и вот это у нас беспонтовая херобора. Я больше, знаете, что, я надеюсь на роллинг. Тут что отсюда падает? Опять же, залупа. Вот, смотрите, задонил нехило так в игру. Ради Динамо. Но акция настолько ущербная, что, грубо говоря, ну ты открываешь эти ништяки, ты такой думаешь, блядь, я в 2020 году или в 2018? И, конечно же, смотри, открыл 10 эмблемы, и мне, конечно же, не выпала маскировка. Я уже не помню, нахера мне 10 маскировка. Вот! Вот эти вот камни мне нужны. Вот эти вот камни. Но их только 5 штук выпало, суки. Идем дальше. Ну, отсюда ничего интересного. Отсюда повторочки каких-то нормальных героев по типу лисы. Посмотрим, может быть, мы ей сможем прокачать реликвии. Надеюсь. О, здесь очередное говно. Так, тут у нас что? О, божечки. А, ну хотя под скины новых героев, допустим. Так, питомцы. Ну, питомцев много, не мало. Вот, так что, короче, фигачим, все будет хорошо. Это пока говно открывается. Мы смотрим, раздупляемся, усаживаемся поудобнее, вспоминаем, что еще кто-то лайк не поставил. Колокольчик не долбанул. Ёперный ты театр, короче. Так, питомцы. Вообще, надо будет заглянуть в питомцы, посмотреть, сколько у меня там прокачанных, не прокачанных.
Вот, но в целом у меня уже там большинство прокачано на 35 уровень. Но, конечно, такого же я не могу сказать касаемо супер питомцев. Ладно, ладно, мы их открываем. Мне больше интересно, что там по осколкам этих эпических героев сейчас выпадет. Так. Или мне что-то там подсказывает, кто-то наконец-то маскировка, или я, может, не заметил, что там маскировка выпала, не выпала. Так, ладно, идем дальше. Осколки говняных героев. Ну, надеюсь, это... Зрителям не похуй на меня, блядь. Воу, Андрюха, дракон, 30 рублей, всем привет. Спасибочки, спасибочки, кто донатит. От души, ребятушки. Спасибочки, спасибочки. Правда, этого добра не видно. Хотя я могу, конечно, включить, чтобы это было видно, но тем не менее, зачем это делать? Вы вот вы сначала просите меня на стриме записать видео, а потом начинаете на стриме донатить. Восьмая маскировка мне пишет упала, но как бы я хочу десятую. Я хочу десятую, друзья. Я не помню уже зачем, но я хочу. Вот просто мой маленький такой, знаете, файлик, типа такая точечка. Хочу, хочу, хочу восьмую маскировку. Вот и все. И дико плевать. Ладно. Залупень полную открыли. Так, ну что, давай нам побольше осколков. Кстати говоря, вот это вот крутая штука. Отсюда падает много осколков, и я тут сейчас секача по-любому собрал. Так, открываем все это добро. Открываем вот это вот добро. Дальше открываем вот это вот добро. А дальше вот это добро открываем. Что у нас тут еще? Что у нас тут еще, ребятушки? Надо, да, кстати, какие-нибудь проверить здания на скины. Может, там можно скинами подкачать. Так, так. 20, всего лишь 20 тысяч прорыва. Всего лишь, сука, 20 тысяч прорыва. Твою ж дивизию-то, а? Ну, не прорыва, а камней пламени они называются. 5 тысяч, короче, мне не факт, что даже хватит прокачать этого додика Динамо на максимум. То есть вы прикиньте, сука, какая грусть, печаль, тоска, а? Это реально печалечка. Это реально, друзья, печаличка. Что-то там. А там дальше уже... А-а-а! Но зато, смотри, тут каких-то мы героев собрали. Секача. Так, эпиков мы собрали. Причем, смотри, ну, в нормальном... А, ну, как бы Триант. Снеговик, окей. Дальше. И что у нас получается по эпикам? По эпикам, по эпикам. Динамо валяется, смотри. Угу. Ну-ка, сейчас проверим. Ну-ка, ну-ка, ребятушки, сейчас возьмем, проверим, что. Кого мы там можем прокачать. Так, секача, по идее, должны прокачать, да? А у меня их целых два, улучшить. Так, за 1000 бьем, и нам, как обычно, ничего путного. Крит удар, крит... Да ты серьезно? Крит урон. Ладно. Короче, я не буду на это больше тратить самоцветов. Так, улучшаем. И все, и повторок больше нету. Окей. Дальше. Да этот господин Спарки, со Спарки, со Спарки, судьба. О, судьбу надо будет прокачивать. Но уже, я думаю, что не в этом видео. Но здесь я не смогу, да, улучшить. Ага. Да, мне тут просто даже тупо камней не хватает этих. Мадам Бо. Реликвия. Давай посмотрим. Улучшить. Появилась повторка. Допустим. И фигачим дальше. Слушай, ну силушка растет, и это радует. А дальше, безумный ученый, давай смотрим, что он там выпадал. Нет, он не выпадал, ну, чуть-чуть буквально осколков не хватило. Демон, этот у нас самый, грубо говоря, прокачивает. Ох ты божечки. Ох ты божечки. Ну и все, и дальше у меня, видишь, только одна повторка, надо две. И после демона, так, эволюционировать. Вот, у нас уже для эволюции повторочки появились. Слушай, а давай... А давай. А давай, что у нас? А? Есть, есть. А, и мне ж, по идее, надо ей прорыв прокачать. А у меня-то ресурсов нифига нету. Ну ладно, давай ей просто вторую эволюцию сделаем. Так, прокачали на максимум. Что у нас тут получается? Грустно у нас тут все получается. Прорыв надо прокачать. Сука, а у меня как бы этот... У меня с ресурсами-то грусть, печаль, тоска. Ну давай, там эпиком сразу 15-й прорыв прокачивали.
Давайте прокачаем, что ж тут поделать. Итак, друзья, ну что, докачивается у нас гребаный прорыв. Я понимаю, что мне не хватит ресурсов, потом Динамо. Сделать максимальный прорыв, смотрите. Чё и как у нас получается? Подожди, проверяем других эпиков. Так, у нас этот господин. А ему даже повторку выбивал. Вот, я по идее его тоже могу эволюционировать. А, ну правда только на первую эволюцию. Ну ладно, ёпта. Я вообще как бы вообще у меня по планам сегодня другие вещи должны были происходить в видосе. Твою ж дивизию-то. А чё он? А, прокачан. А, это все, это у него вторая эволюция. Ёперный ты театр, а? Да твою ж дивизию. И чё? Ну, я не знаю, ладно-то, сегодня роллинга не будет, будем заниматься прокачкой героев. Я вообще в шоке. Я, короче, поплыл. Так, есть золото, есть. У-ху! Так, усовершенствовать. Давай улучшить навык, добавить опыт. Слушай, о, силушки уже 200, 265 тысяч. Нормально. 265 тысяч силушки. Ну, посмотрим, сколько у нас по видео времени займет. А, ну опять, ну что тебе? Ну опять этот прорыв качать, да? Ай, ёлки-палки. Ну что, опять обрезать видос, да? Так, ну что, ребятушки, докачивается у нас здесь, и здесь у нас докачивается 50-й прорыв, блядь, 15-й прорыв. Па-бам! Все, слушай, уже 268 тысяч силы, ну я вообще красавчик. И что у нас, судьба тут вообще не качана почему-то. Это я просрал этот момент. Ну, так, с этим успокаиваемся. Ну и давайте маленький бонус тем, кто досмотрел это видео, грубо говоря, до конца. Угу, тут такие вот книжечки получаю. Давайте на 1010 по ролям героев. Мне нужны эпики. Фрости там, Херорости. Вот, посмотрим. А, выпадет что-нибудь или нет? Вот я каждый день вот так вот по чуть-чуть ролю. И что-то как-то мне не особо... Воу! Безумный ученый. Отлично. Сейчас возьмем ему, прокачаем там что-нибудь. Оп! Спарки. Ну, спарки-то у меня много повторок. У меня этих... Слушай, вот сейчас попёб твою, попёрло. Спарки-то у меня много. Проблема там заключается в другом. То, что мне не хватает конкретно этих... там, этих осколков, или как это залупа называется. Реликвия для реликвии. Херобора. Ну, короче, давай последний раз 450 бьём. Та-дам! Нет, ничего. Ну-ка. Дальше смотрим, войти. Спарки я не могу прокачать, но я могу прокачать, допустим, вот этого господина. Судьба. Так, подожди. Нет, не этого господина, безумный ученый. Улучшить. У меня целых две повторки, вон оно как. Так, еще одна повторка, елки-палки. Бустим силу твою ж дивизию. А, и смотри-ка, и здесь закончилось это добро. Бывает, да, в жизни разочарование. И кто там у меня... А, и там спарки выпадал. Ну, слушай. Ну, как-то нормально. Жрица воды, подожди. А что, жрица воды так уже прокачана, что там даже одной повторки не надо? Не, смотри, еще жрицу воды можем бустануть. Отлично, друзья. А, все, дальше как бы сосампа. Ладненько. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Пожелаю большущей удачи. Не забудьте поставить лайк. Всех целую подмышки, блядь, я не сука. Ладно, вы меня знаете, я ебанутый. Пока.